В городе силомя у Центра культуры началась активная вырубка деревьев. Это вызвало недовольство со стороны горожан, но по словам заведующего отделения городского хозяйства Юрия Петренко, реконструировать парковочную площадку необходимо. На месте вырубки будет расширяться парковка, а также будет произведено благоустройство прилегающего сквера, который обещают воссоздать в стиле 40-х 50-х годов прошлого века. Реконструкция парковки также необходима, потому что она тесная. Также около Центра культуры раньше происходили праздники, а шествия захватывали часть улицы Кеск. Не стоит переживать, так как после реконструкции все будет переведено в порядок и, возможно, будут посажены новые деревья. Также стоит ждать новых посетителей, так как после реконструкции и парковки туда смогут заезжать автобусы. А также смогут проводиться концерты не только в центре, но и вне центра культуры. Да, стоит ждать неудобств, но это пойдет на пользу центру культуры. Ну а главное, помните, что следить за новостями можно на городском сайте.